Оригинальные сюжеты, яркие костюмы и декор, великолепная музыка, соединение несоединяемого давно стали характерными особенностями спектакля «Театр Блеск», которые неоднократно были представлены не только монреальской публике, но и зрителям Оттавы и Торонто. Среди артистов нынешней группы «Театр Блеск» Мина Ривкин и Елена Богданова, Жанна Борн и Дамир Капелян, Никита Островский и Анна Кривицкая, Николь Каримбрюм и Андрей Элио, сестры Инга и Кира Горкины, Инна Кушнарь и Руслан Давыдов, Леонид Шеремет и Галина Махнина, Александр Каримбрюм и Мишель Карас, Алексей Соколов и Эмили Ривкин. И режиссер театра «Блеск» Татьяна Дэви. Вот уже третий год в театре «Блеск» работает детская академия. И 7 июня академия готовится выпустить свой очередной проект. Сезонтики представляют «Зодиак». Итак, с юбилеем, театр «Блеск». На день позже, 10 лет назад, мы первое шоу свое дали, и поэтому это считается днем рождения нашего театра. Ну и моим тоже, я так считаю, потому что это жизнь, это то, что без чего мы не можем. Так что да, двойной день рождения. Желаем тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Amazing. It was stunning visually. The songs were beautifully executed. Just very enjoyable. Nice. Are you going to come again? Are you going to come to Old Russian shows now? I mean, like, I feel like I'm kind of ingrained in the Russian community in some way, shape or form, because I know Tamir, I know a bunch of people in the art scene in Russia. So the Russian Montrealers, of course. Okay. Yeah, it was amazing. Трудно и не годится стезя бродячего артиста. Восторги, комплименты, аплодисменты — это ты.
сегодня был офигительный театр. Это мама актера главного, вот главный актер. Да. Тамир, он играет Димона. Единственный, как бы, как это называется, актер, который импровизировал постоянно. Вот делай, что хотел на сцене. Я уверен, что директор на тебя очень злится. Все забыл. Все забыл. Все импровизировал, но было хохотучно. Очень прикольно было. Я очень поздравляю Тамира. Тамира Капеляна и его маму. Спасибо. Красивую красавицу. Спасибо. И очень было прикольно. Выложился, молодец. Мне очень понравилось. Да. И главное, ты знаешь, все это так было... У меня мурашки по телу шли, я не знаю. Я вот получила такой кайф, когда смотрела это шоу. Я давно такого не получала, честно говоря. Не потому, что здесь он играл, мой сын, а потому, что это на самом деле вызывало бурю эмоций. Правильно. Молодцы, правда. Молодцы. Но это правда. Сегодня было просто сумасшедшее шоу. Я столько получила энергии от этого шоу. Прекрасный коллектив. Я еще раз поздравляю их с десятилетием. Это же надо же так. 10 лет коллективу «Блеск». Великолепный «Блеск», шикарные костюмы. Просто что-то невероятное. Целых 2 месяца я это шила. Ну, слава богу, получилось вроде бы неплохо. То есть вы разрабатывали дизайн? Я все нарисовала, я все это сшила, я купила ткани, я сделала парики. Вот и получилась такая красота. Все ребята молодцы, хорошо отыграли, отпели. Очень тяжело реализовать, потому что мы все на энтузиазме делаем. И декорации, и костюмы, и все, вот за что ни возьмись. Пунктов много, и все пункты, один ответ – энтузиазм. Мы сами на свои деньги все это вот с дрелью, с гвоздиками, со скотчем, со всем. Вот так. И смех, и тень, и свет, в один костер, в один пожар, что за бар? Без миража, без ничего, без нас просто война, вдруг возникает чистый и обретает свет. Если выбегать из трех зол, именно актерская игра. Вот именно играть мне больше всего нравится. А петь тоже довольно нравится. Особенно те песни, которые берут. Ну, ты вообще себя видишь драматическим актером? Да и нет. Я себя больше вижу, конечно же, там в кино, более в кино таких компаниях, киносъемках. Ну и иногда на сцене, когда захочется, конечно. Молодцы, растут от спектакля к спектаклю. Просто вау. Просто вау, молодцы. Танюша молодец, конечно, как руководители, актеры, и старые, и новые, все подтянулись. Было очень интересно посмотреть, новая работа. Все новое всегда очень интересно. Нам очень понравилось. Но я говорю, я не объективна, потому что у меня там собственный личный участник, за которого я, конечно, переживаю. Но мне понравилось. Ты куда? Одиссей, оживи, Одиссей, Одиссей, Одиссей. Не Одиссей, не Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Столько ветеран над землей вдруг обучались, звезды зажигались и море качалось. Где-то потерялась зерно золотое, кончилась Троянская война. Но опять рана по причалу рыдали, снова под путь корабли собирали. И это тебя свою горькую долю все равно верно ты занижена. Ты куда? Одиссей, отшли, Одиссей, Одиссей, Одиссей. Не Одиссей, не Одиссей. Ну
Пенелопа. Как только меня назначили Пенелопой, я сразу поняла, что это мое. Пенелопа, Одиссея, вечно ждущая, жаждущая. Это точно я. И вот если столько у меня букетов цветов, то значит у меня все свершилось. Тяжело носить корону? Как тяжело быть богиней вообще? Богиней быть прекрасно, потому что я женщина-богиня. Да, как говорится, искусство требует жертв. Вот это все было очень тяжело выдержать, но спина расправлена, плечи, и я с гордостью пронесла на протяжении всего спектакля эту корону. Очень понравилось. Ребята огромные, молодцы, вообще супер. Для нашей комьюнити это ж такой подъем, это ж такой, ну как сказать, кайф. Да. Молодцы. А вы видите, костюмы потрясающие, декорации. Ребята такую работу провели, совершенно потрясающую, да? Нам очень понравилось, мы с дочерью вот сидели просто в таком восторге, поразили нас, конечно, и актеры, костюмы. Мы желаем им успеха, побольше зрителей, чтобы нас, как говорится, радовали. Да, очень понравилось. Да, я такого же мнения, очень понравилось. Большие таланты, шикарные костюмы. Под большим впечатлением. Да, прям да. Как мюзикл. Да, да. Абсолютно. Да. Молодцы ребята, браво. Да. Да. И вы знаете, что мы еще заметили? Мы как-то с дочерью были как раз ровно 10 лет назад, как только они начинали, и так случилось, что вот мы попали на юбилей через 10 лет. И вы знаете, мы такой увидели прогресс. Вообще просто молодцы, таланты. Мы очень рады, мы очень браво, рады. Ребята. Да. Я старочина, я старочина. Я старочный, я крутой, хитросплетений, большой ценитель. Да вот мой парень простой, если я пока раздора, упущу в процессе спора, не мешай мне психора. Я его все равно украду. Я играю Гермеса, бога торговли. Ловкости, воровства и красноречия. Энергично, неожиданно, если честно, в многих моментах приходилось импровизировать. Поэтому все как всегда, весело и хорошо. Алексей? Гермес, да. Гермес, он первый раз. Но он такой артистичный, боже мой, он такой яркий просто, да. Это да, это правда. У нас все удивительные. И демон, это Тамир Капелян. И Руслан Давыдов, у нас новый мальчик. И Андрюша, у него не было песни в нашем шоу, потому что он как бы прыгнул в последний вагон. Знаешь, вот он пришел прямо буквально перед выпуском шоу. Но он так себя хорошо показал на сцене, да. Все-все. Ну, я о девочках уже молчу. У нас любая, вот возьми любую актрису и звезда. Так что вот так. 10 лет – это уже срок. Так что все нормально, хорошо. Я, честно говоря, получил большое удовольствие от сегодняшнего спектакля. Молодцы, хорошо поработали, красивые костюмы. Это действительно. Вот действительно, вот сегодня, это был праздник. Так что, в общем, спасибо этим ребятам, которые вот это все организовали, все создали. Конечно, это заслуга Татьяны.
людей, культурных людей, талантливых людей, которых собрала вот эта замечательная женщина, одна. Она собрала нас всех. Все, что вы слышите, все эти слова, мелодия, режиссура, это все Татьяна Давиденко. Мы ее подожди, не помяна наша любимая. Мы ее очень любим. А мы, друзья, сейчас вместе, без музыки. Я прошу вас, все вместе споем Happy Birthday, театр Блеск. Поехали! Happy